Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем открывать посылки, но перед тем, как открывать посылки, у меня на канале проводится конкурс. На этот конкурс ссылка будет в описании. Обязательно пройдите его. Там очень много интересных и разных призов. Давайте же начнем к нашей, приступим к нашей распаковке. Давайте же наколдуем наши посылки. Абракадам, прилетайте посылки. Раз, два, три, четыре. Сегодня у нас четыре посылки на распаковку. Давайте же начнем с первой посылочки. Так, начинаем разделять. Я уже что-то там увидела, там какое-то украшение. Ну да, только это непонятно, что это. Тут я должна быть. Сейчас я эту модель увижу. А это сережки такие. Такие сережки. Я такие мои набратника делаю себе. Классные сережки. Но таких я еще ни разу не видела. Ладно, давайте отложим эти интересные сережки в сторону и откроем же следующую посылку. Очень интересно, что в следующих. Если кто-то видел такие сережки, тогда напишите в комментариях, но я лично еще таких не видела ни разу. А, там еще есть пакетики. Так, еще есть там или все. Все, закончились. Надо смотреть. Нет, есть там даже. Что, что? Тут по одной сережке в каждом пакете. А как что? То есть получается вот так фиолетовый с белым вот так. И розовый с желтый. Или как делать их? Ну, я вообще не понимаю. Ну, давайте посмотрим хотя бы по одной сережке. У нас там больше нет сережек. Сколько есть, столько и посмотрим. Хотя это одно две. Раз. Два. Так. И это очень милые котята. Мне прям уже с первого кота нравится белый. Это вот так одевается, смотрите. Я не одену сейчас. Оп, и вот так застегивается. Там еще затяжка есть. Ну, очень мило, смотри. А вот тут даже не трогал, он красивый. Прикольный, классный котик. Его сейчас положим в пакетик, чтобы не испачкался. И посмотрим остальных котов. Желтый. То же самое. У меня вот такой черный был еще кот, но вот эти милее. Остались фиолетовый и розовый прям. Ну, за кадром какое-то чудо прям идет. Фиолетовый котик. Розовый остался. Розовый самый яркий сейчас тут кот. И вот такой розовый котик. У меня все равно над этими сережками есть вопрос, почему они по одному. Давайте же откроем следующую.
следующую посылку. Интересно же, что же там? А тут наклейки. Ищем. Так. И достаем наклейки. Первое, то, что я достала, это Человек-паук. Это мы эти наклейки подарим на день рождения или вам же разыграем еще один конкурс. Вот такие человеки-пауки тут. Следующее, то, что тут есть, это... Тут только человеки-пауки. Как так можно? Тут только человеки-пауки. И вот еще один человек-паук на плеке. То есть мама заказала один комплект. То для мальчиков один комплект, для девочек наклейки. Интересно, что так. Ой, это интересно уже. Я не было еще так ни разу. Бабочки. Очень милые бабочки, красивые. Бабочки. Очень красивые, кстати, бабочки. Классные. Возможно, мы разыграем. Вот эти бабочки суперские. И вот эти классные. Еще вот такие, будто живые прям бабочки. Очень красивые для девочек. Девочкам понравится, если разыграем. И вот эти. Очень классные наклейки. И давайте же приступим к последней посылке на сегодня. Термопаста для компьютера. Папа заказал. Сейчас я достану одно. Ну и вот такая термопаста. Кукольчик. Не забывайте, что у меня на канале проводится конкурс. Ссылка в описании. Ладно, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Всем пока.